Я села на гамбургерную диету, и вот что случилось с моей фигурой. Итак, мой завтрак начался с Хардиса, и я пошла туда с друзьями, перед парами. Далее еще утром, обеда не было, я пошла в заведение, к которому подают завтраки, и взяла вот этот вот бургер с беконом и сыром. Он был, ну уж, очень сочный и вкусный. Уже в обед я пошла в другое заведение и взяла вот такой вот бургер с картошкой и с кетчупом. Он, кстати, был не такой сочный, но он был все равно огромный и очень вкусный. В нем уже была говяжья котлета. Далее, после этого, я пошла по делам, и также сходила на пары, приехала домой и решила заказать себе доставку. Конечно же, это были только бургеры. Я заказала сначала Бургер Кинг, а потом через время еще и Баханди. Начался вот такой вот красивый закат. Это было уже ближе к вечеру. И я пошла есть необычный бургер. Это был бургер с вишней и сакурой, кажется. Первый раз пробовала что-то такое, но это было очень вкусно. Далее у меня снова были дела, и по дороге домой я зашла снова в Хардис. Он находился прямо на заправке, и в этот раз я взяла бургер с куриным филе. Он был безумно свежий, также картошку фри и сырный соус. После чего я вернулась домой, немного полежала и заказала снова доставку. В этот раз это был саламбро. Также к нему взяла картошку фри и кетчуп, как обычно. В принципе, вот так прошел мой день. И с такой диетой я выгляжу примерно вот так. Об этом я поделюсь, наверное, в следующем видео, поэтому следите. Ну и, конечно же, что вы думаете по этому поводу и сидели ли вы на такой диете?